все прошивки лежат на ForPDA. Вот, тема называется «Разработка и портирование GSI прошивок». Тут есть разные прошивки для Android 14, 13, 12 и так далее. Вот, для установки нам понадобится для начала разблокировать закрутчик на телефоне и поставить вот такой вот кастомный recovery TWRP. Вот, чтобы его поставить, мы ищем на ForPDA тему с нашим телефоном. Например, у меня это Galaxy A33 прошивки. Вот, здесь будет раздел Recovery. Вот, установка TWRP. Вот, и также будет инструкция по разблокировке загрузчика. Вот, надо нам сначала это все сделать. Вот, по инструкции с ForPDA. И потом мы будем устанавливать универсальную прошивку. Итак, для начала надо закинуть все прошивки на диск. Вот, я, допустим, выбираю какой-нибудь LineageOS. Вот он тут есть где-то. S3.2 это еще тоже классная прошивка на основе LineageOS. Вон, LineageOS Lite, допустим. Вот LineageOS Lite. И мы качаем эту прошивку. Они поставляются в формате .img.xz. Вот такие вот прошивки. VN это значит без Google сервисов. GN это значит с Google сервисами. А S это значит то, что там будут предустановлены root-права. Мне root-права не нужны, а буду VN версию. Вот, скачивается прошивка в формате .img.xz. Вот, потом нужно будет ее закинуть на диск. И далее мы будем... Еще ее надо будет распаковать, чтобы .img было. Вот, потом закинуть на диск и через TWRP установить. Сейчас покажу. Итак, подключаем телефон к диску. Вот так вот, чтобы было. Вот, и перед установкой нужно произвести сброс полный. Поэтому мы заходим в Wipe, Form Advanced Wipe. Вот, и здесь выбираем все разделы, кроме microSD карт и USB OTG. Вот, и делаем swipe. Вот после этого мы можем устанавливать прошивку. Вводим в раздел Mount и монтируем наш USB OTG, этот вот диск. Потом заходим в Install и выбираем Install Image, чтобы он img устанавливал. Вот, Select Storage и выбираем наш диск. У нас это USB OTG. Вот. Ок. Далее мы здесь находим нашу прошивку на диске. Где она? LineageOS. BVN. Без Google сервисов. И все, видим нашу прошивку .img. Нажимаем на нее. И надо ее прошить в раздел System. Вот. VN. LineageOS. Мы прошиваем в System. И все, идет установка. Ждем, пока прошьется наш img-файл, и можем перезагружаться в систему. Все, прошивка установилась. Image flash completed. Вот, выходим отсюда. Заходим на reboot system. И все. Сейчас будет загружаться уже кастомная прошивка. А на Samsung есть такая надпись о том, что разблокирован загрузчик. Ее, кстати, можно убрать. Надо в слот BL прошить специальный патч. А на Samsung там не фастбут, на Samsung там немного другая система. Там режим загрузки. Вот, и на самом деле он гораздо хуже, чем фастбут. Все, пошел логотип LineageOS. Далее мы уже наставим телефон как обычно. И все, кастомная прошивка установлена. Так, ну все, настроилось достаточно быстро, потому что Google сервисов нету на прошивке. И все. Вот так выглядит LineageOS. А приложение тут, конечно, не ахти, но нету Google сервисов. Поэтому. Вот, по-моему, прикольная прошивка, я буду использовать ее по умолчанию, мне очень нравится. Рекомендую. Еще тут в настройках есть один интересный пункт,
PHH Stable Settings. Тут есть небольшие настройки. Допустим, если у нас какая-то определенная модель, на которой что-то не работает, вот, то можно все включить. Все фьючерсы и вообще все что угодно. Например, стереорежим можно включить на Samsung альтернативную. Аудио policy можно включить. Двойное нажатие для включения телефона. Можно включить workaround для сломанного отпечатка пальца. Вот он будет работать. Можно включить вот такой extra sensors. Если у вас стоит защитное стекло, допустим, будет быстрее работать touch. Вот есть много интересных настроек. Вот в таком вот пункте. Также можно установить root-права на телефон, но перед этим надо сделать бэкап раздела boot. Вот boot, надо сделать бэкап. Вот, после того, как мы сделали бэкап раздела boot, потому что root-права устанавливаются именно в boot-раздел, потому что в boot-разделе находится ядро, и в boot-разделе находится RAM-диск. Вот. Мы жмем install и выбираем наши root-права. У меня это магическая 26.4 версия. Вот, и просто делаю swipe. И все, идет установка магиска. Сейчас немного подождем. И увидим, вот. В логе тут написано. Device platform, system is root. Target image, unpacking boot image. Только boot image detected, patch на диск, unpacking boot image. Plus new boot image, and system DOM. Вот, все. То есть root-права установили сейчас в раздел boot, поэтому нужно было сделать бэкап, чтобы в случае чего, допустим, нам понадобится удалить root-права нормально. Вот, то мы нажмем restore, потом выберем наш бэкап и просто восстановим boot образ, и все, он будет стоковый, без root-прав. Итак, reboot system, и у нас в системе уже будет магиск root-права. Так. Вот у нас магиск появился, вот такое вот приложение с иконкой зелененькой. Нажимаем ОК. Обновить магиск для завершения установки. Вот сейчас у нас доустанавливается магиск. Появилась уже вот такая иконка. И вот у нас сообщение, это будет расширенная установка. Вот. ОК. И все. Мы выбираем автоматическая установка, рекомендуется. Вот, если у вас английская версия, там будет написано Direct Install Recommended. Вот, и начинаем установить. Вот оно опять boot образ перепакует, и теперь уже у нас до конца магиск установился. Поэтому я еще раз повторяю, перед установкой на root-прав надо делать бэкап boot образа.